Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня продолжаем снимать вот такое видео с коробкой пиротехники. Смотрите, вот столько петард осталось в прошлой серии. Короче, решила повзрывать вот такой песчаной локацией. Вот, надеюсь, видосик вам понравится такой. Что ж, так, поставим петарды сюда. Будем брать, короче, петарды и взрывать вот, вот такой песчаной локацией. Давайте выберем каких-нибудь петард побахать. Вот, беру карман. Так, здесь сейчас и связочки поделаем различные. Посмотрим, как взрываются петарды. Так. Тройничок вот такой давайте. Вот, давайте в песок установим, посмотрим, как в песке будет. Есть контакт. Со свистом Корсар 4. Есть взрыв. Так, возьмем петарду помощнее. Классно взрывается. Так. Что у нас там есть еще вот такие? Так. Петарды. FP3 на очереди. Вау, вот это воронка. Вот так вот возьмем. Смотрите. Забросим кобру. Слабенько. К05. Вот такой двойной жук. Вот так взорвался жук, ребята. По мне попал вот такой заглушкой. Вот. Так, давайте забахаем. Так, что у нас тут есть? Thunder King. Побросаем мелочевку. Так, давайте еще возьмем вот таких интересных петард. Так, установим.
Spur Blast. Хорошо пошел. Так, на очереди P23. Песчаные взрывы. Класс, так. К1000. Так, слабенькие петарды, не буду так сильно закапывать. Сребная пиратка. Треугольник. Есть контакт. Давайте затестим вот такой самолетик. Вот на песке здесь. Не знаю, полетит или нет. Посмотрим. Так, сразу заберем мусор. Чтобы не мусорить. Вот так вот. Смотрите, ребята. Предыдущее видео со взрывами вот таких петард в песке. Очень четкие ролики получались. Так. Мы еще сегодня такого не взрывали. Вот. Вот это хорошая петарда. И не успевает бегать, ребята, в песке. Ноги застряют. Так, берем вот такую комету. P23. Мощно. Скрим. Слышали, ребята, такой писк слабенький. Так, и давайте напоследок сегодня бахнем Биг Джамбо. Давайте его хорошенько впрессуем, чтобы лупанул. Хотя можно немного добавлять песка, чтобы получился хороший взрыв. Так. Вот так плавненько. Еще чуть-чуть сверху. Лупанет сейчас. Есть. Хороший взрыв. Смотрите, какая воронка. О, класс. Куски остались. Так, бумажки за собой уберем быстренько. Что ж, надеюсь, сегодняшний ролик вам понравился. Кто хочет еще таких песчаных взрывов, обязательно пишите слово «хочу» в комментарии. Постараюсь заснимать. Смотрите. Осталось еще. Ну, можно здесь еще несколько роликов снять с такими мощными петардами. Думаю, вам понравится. Так что пишите в комментарии, если хотите еще таких видосов. Что ж, с вами был TNT Fox. Смотрите здесь. Вот, здесь ссылочка будет на канал второй, а также внизу в описании. Заходите на второй канал. Там тоже интересные ролики выходят каждый день, как и здесь. Очень клевые. Так что советую зайти, заценить, подписаться, поставить приятный
комментарий и надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите, здесь 4 ролика. Они тоже интересные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч.